Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге «Великие музеи мира». Эдуард Мане. Портрет господина Бруно. 1879 год. Холст масла 194 на 126. Эдуард Мане – один из наиболее значимых живописцев Франции. С его именем связано появление нового направления в искусстве – импрессионизма. Образование художник получил в школе изящных искусств у Кутюра, где осознал, что средства академизма не могут отразить его понимание и видение мира. Поэтому Мане очень много времени проводил в Лувре, тщательно изучая произведения старых мастеров. С этой целью в 1860-х годах он совершил ряд поездок по Европе, посетив музеи Англии, Испании, Италии и Голландии. Творчество живописца отличается большим разнообразием – портреты, натюрморты, жанровые сцены, исторические полотна. Для его картин свойственны уравновешенная композиция, некоторые упрощения мотивов, отсутствие лишних деталей. Портрет господина Бруно Мане создал в Бельвью, под Парижем, где проходил лечение. Своего друга Армана он изобразил в тени деревьев на садовой дорожке. Герой предстает перед зрителем в высоком цилиндре, поза и костюм характеризуют его как человека состоятельного и следящего за модой. Данная работа, как и многие другие произведения мастера, написана без использования подмалевка. Он наносил красочный слой непосредственно на загрунтованный холст, отчего колорит кажется более ярким и свежим. Вот такое описание по книге «Великие музеи мира» к работе Эдуарда Мане «Портрет господина Бруно», 1879 год, холст масла. Пока-пока, до свидания.